Очень много замечаний по ремонту одного двора в Нововятске, а еще небольшие отставания по срокам. Но это из-за пожеланий жителей. В администрации сегодня обсудили и качество ремонтов дворов в Кирове. Основной объем работ будет сдан к концу сентября. По крайней мере, это следует из слов подрядчиков, которые сегодня отчитались о том, как работают и где работают. К одному из подрядчиков сегодня высказал много претензий глава Нововятского теруправления. Есть вопросы и к темпам работ в одном нововятском дворе, и к качеству асфальтирования. Говорится, что дорожки уже пошли волнами. Еще единичные подрядчики даже не приступали к ремонтам. С такими Александр Перескоков рекомендовал прекращать работать, просто расторгать контракты, либо штрафовать, не стесняясь. Остальным дано поручение правильно распределять работы. Напоминаю, что наступила осенняя пора. Значит, все надо у себя грамотно выстраивать весь процесс технологический. Особенно касается вопросов, связанных с укладкой асфальта. Понятно, что уличное освещение, освещение дворовое, мы можем щиты, мы можем установить и в дождь, и в снег. А эти работы, которые требуют определенного режима, определенной погоды, значит, надо все это своевременно делать. Сегодня также прозвучало, что администрация неожиданно уже закончила формировать планы по ремонтам дворов на следующий год. Других подробностей пока нет. Что касается этого года, всего должно быть отремонтировано 65 дворов. Правда, на сегодняшний день по 12 объектам еще даже не найдены подрядчики, а готовыми можно считать только 14.